Всем привет, у меня сегодня тут обновилась игра Fit and Grow Fish, и я решил еще немножечко в нее поиграть. Мне появились существа из мелового периода, то есть амфибии мелового периода, но пока что мы за них поиграть не можем, потому что, чтобы за них поиграть, нам нужно с вами съесть, если не ошибаюсь, прогнатодона, выполнить такую ачивку. Но чтобы его съесть, нам нужно какое-то большое существо для этого. Ну, то есть, например, акулу или еще что-то. Правда, пока что у меня есть только бильбос вот этот, или бильбос, это, скорее всего, из Властелина колец, рыба из Властелина колец. А у меня есть как раз бибос вот этот, который является чем-то вроде пираньи, но это не пираньи, но, в общем, такой небольшой хищник. И я уже развился до 11 уровня, как видите, просто плаваю и сейчас проглатываю таких маленьких рыбок, очень быстро прокачиваюсь, кстати, и очень много монеток с этого зарабатываю. Раньше, мне кажется, все это было как-то гораздо сложнее. Но в этом обновлении, как я прочитал, они добавили, что если ты ешь маленькой рыбкой более больших рыб, то ты получаешь больше опыта и больше за это вообще, ну, всего получаешь. Там очень много всего в изменениях было, но так как я очень давно не играл, мне это ничего не говорит. То есть, если бы я помнил хотя бы что-то из того, что было раньше, то я мог бы сказать, вот это изменилось, вот это изменилось. А так для меня это просто игра, как будто бы с чистого листа. Но, собственно говоря, смотрите, как можно прикольно быстро пожирать всех этих маленьких ребешек. То есть просто буквально правой клавишей мыши мы их засасываем и сразу получаем очень много опыта, сразу получаем довольно-таки большое количество монеток. Уже 75 монет, а если не ошибаюсь, самая первая акула здесь стоит что-то в районе 50 монеток. И вот эти новые существа, они доступны только на карте Grid Map, а также в режиме Deathmatch. То есть в режиме выживания они недоступны. Ну, то есть я уже просто посмотрел, потыркался и понял, что мне нужно идти сюда. И у нас с вами уже получается 15 уровня бибус, пока мы с вами разговариваем. Прошло 3 минутки, мы уже так прокачались. Давайте найдем еще такую стайку вот этих рыбок. Мне понравилось прям. Ты, извини, я тебя здесь оставил, да, одного без сородичей. Иди сюда, иди к ним, иди к сородичам, чтобы тебе не одиноко было. Смотри, с какой скоростью. Каждая рыбка это плюс, ну почти каждая рыбка это плюс золотой. Плюс уровень 17. Нормально. Мы так с тобой сейчас скоро ихтиозавра загрызем вообще. Но правда, мне кажется, я переоцениваю свои силы немножко, потому что ихтиозавры реально очень большие и довольно-таки сильные. И на самом деле, если я захочу на них напасть, лучше сначала прокачаться. Но, честно говоря, я чем сейчас занимаюсь, я просто потихонечку стараюсь нафармить золото, чтобы можно было взять какую-то действительно большую рыбу, при помощи которой мы этого прогнатодона сможем съесть. Вот что интересно, а где вообще он здесь водится? Да, как я сказал, ихтиозавры, скорее всего, нас съедят, и тем более он прям решил сразу первым напасть. Но у нас с вами есть 126 монеток. Нет, я не это хотел сделать, я хотел сделать Fish Select. Смотри, мы с тобой можем вот такую вот акулу выбрать. Неплохо. А что еще? Рыба-меч за 80, тигровая акула за 130. Мне 4 монетки не хватило на тигровую акулу. А, это прям так досадно. Акула-молот. Белуга? Давайте белугу возьмем, смотри, какая красота. Ты посмотри, какая красота. Я хочу поиграть прям... Я хочу поиграть за белугу. Это уже обалденно. Сейчас зареспавнится через пару секундочек. Давай. А что я могу за белугу делать? Белуге, скорее всего, нужно... вздыхать кислород, воздух. Потому что у нас есть легкие. Показатель легких. Но мы прям сразу начинаем очень большим существом. Я почему-то вижу сквозь свою белугу. Давай как-нибудь развернемся. Что ж ты такое неповоротливое чудовище? Пожалуйста, развернись куда-нибудь. Уплываем отсюда. Уплываем отсюда, я здесь не могу развернуться. Фига себе, купил за 70 золотых. Все, нормуль. Развернулись. А чем мы питаемся? Где наш корм? Покажите мне наш корм. Дайте хоть что-нибудь поесть. Засосать просто так такую рыбину огромную я не могу. Давай разрывать на куски мяса ее. О, я понял тебя. Вот это кусманчики, так кусманчики. Все, хорошо, я все понял. Ну-ка, тихо-тихо, подплываем. Ща-ща-ща-ща-ща. Я понял, что нужно делать. Нужно дождаться момента, когда она замрет, потом на шифтах к ней рвануть и попытаться сразу грызть ее. Если много нанесем урона, я вижу, что легкие появились. Вижу. Если сразу много урона нанесем... Давай. Ну, пожалуйста. Пожалуйста. Ладно, всплываем. Здесь тюлени, киты, обалдеть. Это что такое вообще? Это в какой части карты я нахожусь? Потому что раньше такого абсолютно точно не было. Но, видимо, за то время, что я не играл, за эти полгода вышло огромное количество обновлений, которые и расширило карту, и добавило новых существ. А вот вас, сударь, я бы хотел съесть. Если вообще сударь. Может быть, это вообще там многодетная мать. Ну-ка, иди сюда. Тихо, тихо, хорош. Хорош, ну блин, отлично же было. Давай, за ней, почти. Сейчас выносливость, на перерез. Я промазал. Слишком сильно на перерез взял. Давай, гонимся за ней, гонимся. Слушайте, это трындец, как неудобно. За Бибоса было гораздо проще играть.
Тихо. Сейчас. Есть. Все хорош, наконец-то. Ну нифига себе, Кусман. Я могу его прям сразу заглотить, прикинь. 300 опыта, но это прям очень жестко. 82 монетки. Я чего, морскими котиками питаться могу? Ты сейчас шутишь? Я морского котика съел, бедолага. У меня 100 монет, пойдем питаться. Вау, 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 вау. Эй, камон, ты кто такой? Я вообще рассчитываю, это за акт агрессии. Мы должны его наказать за это дело. Сейчас еще разик. Давай, 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 грызем. Не отпускай, не отпускай его. Все, отлично, он наш. Вот это да. Слушайте, это самое сложное существо, за которых я играл. Потому что за маленьких рыбок как-то играть поспокойнее и попроще. Тихо, нам нужно с тобой всплыть. И, во-первых, нужно всплыть, а во-вторых, нужно догрызть его, чтобы кто-то другой не съел. На самом деле, им управлять чертовски сложно. Ну-ка, иди сюда. Нет, реально, прям чертовски сложно им управлять, потому что он очень неповоротливый. Но надеюсь, что по мере того, как мы будем набирать уровни, им будет управлять гораздо проще. О, смотри, я опять вижу стаю этих маленьких рыбок. Мы же можем их просто так заглатывать? Я надеюсь, что можем. Ты сейчас это видел просто как пылесос. А вот это вот чудовище, вот эту рыбу-меч или что это такое, я могу слопать? У меня по 28 дамажит, фигня, я его по 50. Ему гораздо больнее. Ему прям в разы больнее, и все. Ему прям было очень-очень больно. Давай-ка мы его с тобой как-нибудь попытаемся сгрызть. Выйдем на него и попытаемся его разломать на мясо. 47, давай. Давай разламывайся. 134 у нас... Вау! Ты видел, что я сейчас заглотил? Вот это да! Сейчас, секундочку, я уже подлечился. А, там где-то рядом второй такой же плавал. Вон он, я вижу, кстати, 175 золотых сходу. Вот это да! Вот это очень круто, погнали его загрызем. Погнали. Не даем ему от нас уходить. Прям сразу, сходу начинаем грызть. Мощно! 44, еще 44. Вообще никакого урона, чтобы не получать. Отлично. Он даже развернуться не может, чтобы меня в ответку ударить. Все, мне кажется, все. Да, это уже просто тушка. И заглатываем в обратку. Вау, 929 опыта с каждого куска. Слушай, ну это просто беспредел. Они уже ничего против меня сделать не могут. Их урон даже стал меньше гораздо по мне. Я не знаю, может быть, просто каждое существо, у него там разные показатели здоровья, урона и прочее. Но, честно говоря, это просто дичь. Смотри, 6-й уровень уже. Дальше. Здесь где-то, вон, морской котик, но мы вряд ли его догоним, он тут на рыбок охотится, хотя он сейчас сам развернется, сюда поплывет. Нет, он от меня пытается удрать, ты посмотри. Касатка охотится на тюлени, я вижу. Тюлень дает ей по щам немножечко. Ой, больно. Нет. Пожалуйста. Я загрыз касатку. Я только что просто взял и загрыз касатку. Это было очень опасно. Это прям было трындец опасно, но я справился. И тюлень мне не шибко-то и помог на самом деле. Слушай, да мы с тобой прям мега жесткими здесь становимся. А может мы какую-нибудь еще и акулу найдем? Вот такую акулу, например. Что за акула? Это китовая или как это там называется, забыл, честно говоря. Кажется, китовая акула. Что-то типа того. И она убежать от меня не может нифига. И все, это уже кусок мяса на самом деле. Это уже не акула, это уже просто кусок мяса. И у меня плюс уровень. И почти плюс следующий уровень. Ху-ху-ху. Вот это зверство. Вот это очень круто. Давай кислород. Там, кажется, я только что еще одну такую акулу видел. Это раз, а во-вторых, там что-то такое. Смотри, мясо, что ли? Это мясо, что ли, плавает? Нет, это красные рыбины какие-то. Пожалуйста, камера. Камера, пожалуйста, я вас умоляю. Еще разик. Включаем режим пылесоса. Получаем с тобой следующий уровень. Неплохо. Очень неплохо. Но это так, баловство. Нам нужна большая рыбина. Вот как та, например, впереди. Вон она. Нам нужно вот такую рыбину лопать. Вдали еще, кажется, одна касатка. Даже две. Прям сразу, сходу. По 92 урон мне. Это больно. Все, это не касатка, это кусок мяса. Нормуль. А ты что-то приплыл? Ладно, Юрка, зараза, уплыла от меня. Так, секунду, где еще касатки были? Вон эти две касаточки. Мы сейчас с вами как раз вернулись в те воды, где начинали. Здесь, походу, ледники. Ну-ка, эх, я хотел в почелу, на самом деле, куснуть. Ух ты, по 110.
Интересно, а мы, может быть, белухой сможем прогнатодона съесть? Единственное, что, конечно, его найти еще понадобится. Иди сюда, иди сюда. Давай, 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 давай. Есть. 11 уровень, почти 12. Погнали еще косаток искать. Так, я тебя вижу. Я тебя вижу. Другой вопрос. Справлюсь я с тобой? 127, 126, 127. Вроде справился. Да, походу справился. Привет, еще уровень. Нормально. А еще акулы здесь водятся? Здесь еще где-нибудь акулы водятся? Вон, вижу, отлично. Давай прям сразу, пока еще кислород у нас... Не, уже легкие светятся, я вижу. Нужно быстренько всплывать. Вон, вон акулы, замечательно. Сейчас-то я с вас прокачаюсь. Сейчас я с вас прокачаюсь. Давай, 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 давай. Да, неприятно, неприятно, я знаю. Угу. Я тебя понял. Акулы очень-очень опасные, очень мощные. Но я, честно говоря, этого не знал, потому что ни разу с ними не встречался. Смотри, тигровая акула 130, мне кажется, это именно они и были. А дальше вот эта акула, ну, whale shark, то есть китовая акула, скорее всего, за 200. Здесь у нас с тобой как раз заблокированы, и нам нужно съесть прогнатодона, чтобы разблокировать это дело. Как раз касатка, донклиостей, титаничес какой-то. И дальше мы с тобой можем взять самого, наверное, прогнатодона. Вот это, скорее всего, прогнатодон, сложно сказать. Но он у нас опять же заблокирован. Угу. Ну что, кого мы с тобой возьмем? Дункиасты я брать не хочу. Может быть, вот эту касаточку возьмем за 250. Денег у нас завались. То есть сейчас мы ее с тобой возьмем и попытаемся сразу захомячить вот того тюленя. Тюлень? Иди сюда. Или это что такое, морской котик? Да нет, тюлень вроде. По идее, касатки питаются именно вот этими вкусняхами. Сразу урон 126, я тебя понял. Она гораздо сильнее, чем белуха. Но нам так же, как белухе, придется всплывать, чтобы можно было подышать. Смотри, смотри, смотри. Касатка как раз на белуху согрелась, да? Да, поможем. Ну, в смысле, украдем еду. Это моя еда. Пошла нафиг. Все, это моя еда. Я ее съел. У нас с вами второй уровень. Тихо, тихо, тихо. Тихо, тихо. Не уйдешь. Не уйдешь, сразу не уйдешь. Все, хорош, поели. Сейчас кислород еще вздохнем. Да, вот так вот, раз. Подышали и сразу обратно вниз. Ах, это сложно, ты смотри. Мы сальто сделали под водой. Камон, успокойся. Успокойся, хорош вертеться, пожалуйста, плыви вперед. Нам с тобой нужно сейчас поедать все, что здесь есть. Ну, в принципе, эти сдайки, они абсолютно не нужны. Ну, правда, это монетки, как вариант. Почему бы нет? Просто так кусок мяса валяется. А ты что творишь? Ты что творишь? Эй! Тебя кто-то трогал, что ли, а? Вот, вот, вот ведь нахальный, а? Ты посмотри. Так еще собратьев тут полный двор. Давай, 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 попробуй, попробуй, попробуй. Нормально. Единорог чертов. Кстати, я вот чего не помню. Разве мы раньше так же вы быстро здоровье восстанавливали, когда отъедались? Потому что вот это я совсем не помню аспект. Потому что мне кажется, что-то как-то слишком быстро восстанавливается. Так, нам нужен воздух. Нам нужен воздух. Срочно. Прям с рычником воздух. Есть. Впереди тюлень. Ну что, поплыли мстить тем акулам? Я не знаю, справимся мы или нет, но просто на самом деле нельзя попадаться ей под укус, потому что она начинает тебя конкретно рвать. Нужно саму ее рвать. Нужно заходить с хвоста, бить как раз сзади. Таким макаром мы ее как раз и съедим. Немножечко еще перекусили. Прям подышечки. А когда ты к ней спереди подплываешь, вот тут начинаются проблемы. Я вижу акулу. Я не знаю, эта тигровая акула вообще что-то может сделать, потому что, смотри, она даже не разворачивается, чтобы попытаться меня укусить. Мы ее просто-напросто загрызаем в несколько укусов. Сейчас только раз делать осталось. Спасибо за пятый уровень. Еще шикарно. Половина шестого. Какие-то непонятные хищные твари. Тихо, тихо, тихо. Но она большая. Ей очень мало урона на самом деле входит. Ну-ка так проглоти, пожалуйста. И поплыли подышим.
не знаю, она какая-то большая с виду, но, типа, мяса не очень много. Воу! А это что такое? Я не знаю, что это такое, но это проглатывает все подряд, и оно сейчас плывет ко мне, ты посмотри. А случаем это не тот самый прогнатодон, которого нам нужно съесть? Мне кажется, это он и есть. Ну-ка. Подожди, мне кажется, это он и есть. Неплохо пробил бок. Неплохо. Хорошо вцепился, просто шикарно. Так и грызем. Так и грызем, не даем ему грызть нас. Не даем ему развернуться и ударить нас. Черт, черт. Тихо. Я его очень серьезно продамажил. Ты неповоротливая зараза, давай же, давай. Я про себя, я не про него, я про себя. Ты я неповоротливая зараза, грызем бок. Грызем. Не даем ему что сделать. Мне кажется... Мне кажется, это и был тот самый прогнатодон, которого нам нужно было с вами забить. Но, в принципе, это реально. У нас с вами сейчас 1100 монеток. Я предлагаю попытаться это сделать в следующем выпуске. Если вам понравился этот выпуск, пожалуйста, поставьте лайк. Не забывайте подписываться, чтобы не пропускать новые выпуски по этой игре, а даже другим играм. Удачи, друзья, пока. Увидимся в следующем выпуске.